фактически экспорт для нашей экономики – это условие выживания, потому что сейчас, как никогда, все борются за рынки. Поэтому экспорт, продажи – это одно из основных направлений, на котором мы концентрируем внимание и соответствующим образом адаптируем или модернизируем систему поддержки экспорта, в первую очередь финансовую. Сейчас подготовлены все необходимые предложения по упрощению как экспортного кредитования, так и экспортного страхования. Сделано это для того, чтобы как можно больше субъектов хозяйства могли воспользоваться инструментами бюджетной поддержки экспорта. У нас сейчас установлен достаточно высокий порог, то есть надо иметь контракт как минимум 200 тысяч долларов для того, чтобы претендовать на получение экспортного кредитования. Вот, но есть много предприятий, которые имеют более мелкие контракты, они тоже заслуживают того, чтобы государство помогало им в экспорте. Поэтому я рассчитываю, что в ближайшее время эти документы будут одобрены, и тогда мы сможем более активно финансировать экспорт малых организаций. Правительство также ставит задачу существенно переформатировать определенные институты развития, одним из элементов которого является поддержка экспортеров, не только финансовая, но и институциональная. Вот, поэтому мы ставим задачу фактически создания полноценного экспортного агентства, которое будет заниматься всем спектром вопросов поддержки экспортеров.